2,5 месяцы інтэнсіўных трэніровак, незвычайных камандных выпрабаванняў і неперадавальных эмоцый. Усё гэта праект «Новы памер. Аперацыя пралеска». За вельмі кароткі час удзельнікі дасягнулі каласальных змен, прычым не толькі знешніх, але і ўнутраных. Я летаю, называется. Очень легкость появилась такая в теле. Конечно, круто. Ощущаешь себя лучше, лучше с каждым днем. Усяго пару месяцев тому их жыццё было зусім іншым. Шкодные звычки, малорухомый лад жыцця, неправильное харчаванне. Утром просыпаюсь с тяжестью. И я знаю, что вот муж похудел, у него столько энергии. Он готов делать что-то день и ночь. А я чувствую, что я проснулась, а у меня нет уже сил. Але ўсё гэта ўжо ў мінулым разам з абрыдлымі лішнімі кілаграмамі. І вяртацца да старых звычак удзельнікі не збіраюцца. Переосмысленно все полностью, и ценности, приоритеты. Когда я говорила, что изначально почему такая все сложилась ситуация, что я растворилась в семье, в детях, в заботах. Когда пришла на проект, поняла, что надо что-то менять, поменялось все кардинально. 13 смельчакоў, з якіх да канца дайшлі толькі сямёра. Сямёра самых мэтанакіраваных і матываваных. І вынік ужо, што называецца, відавочны. Немного неуютно чувствую себя. Майкі новы размер. Это хожу, такие взгляды какие-то странные в тренажерке особенно. Типа, что за новый размер, он дрыщ какой-то идет. Вот, поэтому уже нужен новый размер. До разгадки головной интриги застаются личные дни. Кто ж стал переможцем другого сезона проекта «Новый помер», вы доведаетесь на четверце уже в эту неделю у 21:10. Не пропустите.